Привет! Мы находимся в одном из корпусов психиатрической больницы. Сейчас пойдем смотреть, сами еще не были, не видели. Вообще в шоке. Как бы интересно. Холодно? Да. Мы не топили, да сколько лет? Это все потому, что здесь призраки. Ты что, не знаешь, что температура понижается, когда призраки выходят? Естественно, конечно. Вы его не слушаете, он просто не в курсе. Там что, баня была? Коморочка. Давайте второй этаж оставим. О, Кюльм Камберг, кстати, есть какой-то, слышишь? Лау Кюльм Тагум, Кеду, Катель. Пойдемте первым по первому этажу, пройдемся, потом уже на второй. Давайте. Тут фонарик? Да. О, смотри, здесь уже современное. Только давай. Вот, тут уже ремонт такой более современный, намного. О. А вы не знаете, когда оно функционировало? Да тут потому уже что все пыль заросло уже. Такое ощущение, как будто мы кому-то влезли. Нет, поверь. Это уже не функционирует. Найдем календарь, увидим. Пусти мясо. Где пишется, за какой год? Сверху должно быть. Это главная страница, что ли? Тут где-нибудь. Не палитесь около окна так сильно. Да. Калькулятор, как у меня был. Угу. Это еще с Евриков. Так. 2012. Ой, ёпта, ну тут пыль уже такой, то есть паутина уже такой слой. Но хотя паутина, она быстро. Ну. Я нашла это газету за 15-й год. А, 15-й? Да. Ну, короче, я думаю, спиток уже точно не функционирует, как минимум. Угу. Ну да, вон, Канамунот, 2015 года. У них даже посуда была одинаковая, все у психов. Чтобы никто другому голову не надел, потому что у них чашки красивее. Ну, правильно, она тоже обидненько. Я бы тоже обиделся, если что. Хотя не псих грузик. Ну, это такой уголок вообще прикольный. Телевизор плазменный, но нет. Блин, я не... Ну, уже такого старого поколения. Горюндик. Вот и 15 градусов температура. Ну, последний, значит, 15. Но самое верное найти самый последний календарь. Да. Ну, вот получается, за 15 лет. А тут человек жил, получается, вон. Люди, дети. Ну, не знаю. Вон, часть какая-то. Это корпус психбольниц. Это может быть чья-то просто фотка, кабинет, знаешь, ну, какого-нибудь смотри, врача. Какая тут плита еще. Я на такой плите. Кухонные принадлежности. Как вот старые дома. У меня у родственников до сих пор такая плита дома. Да? Да. Но они здесь рядом живут. До сих пор такая плита. Я такие вообще видела только в этом, в деревнях, типа. Вот я тебе говорю, это самый офигенный эстетика заброшек, что люди ушли, как будто вот все вот осталось. Да, вот да, они да. Ушли, вот, ну вот. Ну это хорошо, когда вот никто это не трогает. Вот как мы пришли, посмотрели, не потрогали, и как бы кто-нибудь все может залезть и местах. Тоже обрадоваться, а? Все осталось на своих местах. Да. Максимум унесли фотографии. Ну, видосик подсняли для зрителей. Ну вот да. Главное, ничего отсюда не брать. Мы собирались поехать. Часы встали на... Мы собирались поехать в Чернобыль. 3 минуты. Было холодно, мы решили, что мы поедем в Чернобыль, когда будет теплее. И потом корона, потом война. Самое лучшее осенью, там тогда самое меньше листов. Сейчас уже никак. Да, вон календарь 2015 года. Мир с Богом. Книги еще интересные такие. Да нету такой средства. Ну и Богу Денайна. Да, я тоже посмотрел, удивился очень. Книги интересные. Советская женщина. Да. Душ. Да, все такое совковое вообще. Ну, коллеги, вам не нравится. Это не совковое. Красивое. Не, ну 15-й год прям не совсем совок. Нет, ну я имею в виду, что вот именно там вот инвентарь. Ну это да. Очень интересно, как у них тут часть осталась с того времени, часть вон, да, вообще. Всякие две эпохи. Ну, чтобы даже в 15-м году функционировать, им нужно было это самое. Закрыто. Да, ну там есть вот наверх. Ласточки. Какая вообще атмосфера, да, прикольная. Пошли дальше.
То есть, если... Ну, это просто палаты. С нашими, вот, с местными, даже, которые уже давно заброшены, именно в городе больницами, психиатрическими, здесь вообще просто совершенно разные. Даже сама атмосфера здания. Зато, как мне обещали, ни одного дошла нет. Mm. Это хорошо. Ну, говорят, такие объекты, как бы, ну, между своими расходятся. Да. Ну, вот, да, вот тут главное, чтобы никто... Потому что, чтобы эстетика осталась. Кстати, свой товарищ там кому-то, этот, показал фотки, и меня очень просили место, но я не дал. Ага. Ну, тут, да, на самом деле, как бы, детский дом, блин, он не наш. О, а, там мы были. О, слышишь? А? А? Иди сюда. Что? Склад какой-то. Тут совсем. Я зашел, мне как-то, знаешь, мурашки, такая атмосфера мрачноватая, эти коляски. А почему стены такого дикого цвета вообще? А? Стены дикого цвета, ну типа... Это хранилище. Да, такое. О, бутылки, смотри, сакуэлу. Смотри, какой раритет. Смотри, какие там бутылки пива. Пивас только не выпускает. Что там еще? Саку пилснер. Что там еще? Саку красного цвета, о, нифига. Я таких даже не видел, новогоднее какое-то, слышишь? Ага. Ты видел такое вообще? Я не помню, я на Новый год. Вот сарма, не... сарма помню, да. Сарма тулик, вот, кстати, сейчас сарма тулик только в банках. Как эксперт говорю. Да, тут склад. Это ничего страшного. Вот рак. Я вообще даже такие шухляточки советские. Вот рак, я ему тоже волосатых времен. Да. Коробок. Тоже, наверное, еще с тех времен, наверное. О, этот чемодан классный. Mm-hmm. Чемодан вокзал? Угу. Осторожно, пол проваливается, походу, не станет. Да, ниже подвала не провалишься. Да. Очень приятно. А, вот как раз, вот про это я говорила. Уже такая... А что самое интересное, смотрите, здесь же был, получается, вот этот участок. Там сверху написано, да, магазин. То есть она электрическая, ну прикинь, насколько она старая, я уже не знаю. Лет, наверное, как мне, если не больше. Мне 32, а ей, наверное, не меньше. Ну это, ты, знаешь, ну вот они сейчас даже такого даже варианта, она стоит денег нормально. И вот представляете, ну кто-то из людей нуждается в такой штуке, а тут она просто стоит, да. Как бы, ну. То есть, когда съехали, могли бы как бы написать там, вот у нас там такие вещи остались, нужны ли кому-то. Ну мы же не знаем, при каких обстоятельствах кто отсюда съехал. Умеешь счетами пользоваться, Володька? Я, кстати, нет, меня как-то учили, я все равно не поняла, как это там работает. Так. Это же тут пауки все. Нет, это надо делать вот так вот. За 4 рубля 50 копеек. Есть? А без сдачи? Без сдачи. А на сдачу морожка. Ну ладно, так если так. Морожка можно. А без денег? А без денег книг там, знаете ли, в магазин пришли, это культурное место. Ой, а я не видела это кресло. Вот я зашел сразу, мне вот эта атмосфера, знаешь, старая. Ага. Я его как-то обошла, и оно у меня в черной зоне осталось. Мне, наверное, надо все-таки сфоткать пару бутылок пивасика, которого уже нету. Че они тут бухали, блядь, с утра до вечера? Нет, так это же с магазина. Хотя... Извиняюсь, да. Все уже забыли. Ну хотя психи тоже, наверное. О, Бербер, десятка, прикинь. Меня с этого пиваса первый раз забрали в полицию. Офигеть, какие вот теплые воспоминания. Да, именно вот этого фиолетового мишки я так напился. Кладер. Мы, кстати, когда мелкие что-то начинали пить. Что-то вообще не по-эстонски даже написано. Но. Мы добавляли в крепкое пиво, на 2 литра лимон выжимали, чтобы оно таким крепким не казалось. Но лет тогда было настолько мало, что... Что это такое, я не понимаю. Крепко было. Экологическое кресло, блядь. Что? Вот это. Кресло для пыток. Какое-то кресло тоже. Оно просто... Закинуто наверх. Ой. Вот что-то я вклинул. О, тут уже более современненько тут напал. Знание вообще классное. Сумки, да, понятно. Дверь закрывать, пожалуйста. Да. Опа. Вот откуда здесь просто тапок одинокий? Чей ага. Такой? Чей туфля? Вот моя. Ты где там? Я продолжаю эту экскурсию по виноводочным, смотрю, что тут... Чего? По виноводочным? Указатель потери зерна? What the fuck? Это зачем здесь? Тут еще. Ну что, рутер нашли.
Ну, походу, да, 1981 года. Я нашел самую ужасную водку, это Катюша. Не, да я не буду. А я даже не знаю, как она. Она, в принципе, с водкой меня очень... Смотри, какой рутер из 81 года. Это рутер? Конечно. Сделано в СССР? Да. Видишь, как бы оптоволоконный кабель подходит. Я же правильно считаю, зерно, да? Упс. Да. А какое нахуй зерно, простите? Я вот тоже... Это модем? Мне, конечно, интересненько. Фоткаешь? О, еще? А, нет, это просто котики. О, я такое в мультиках видела. Где? А, это для бабулечек. Да-да-да, такая устойчивая, чтобы было. Это кошачий песок, я ведь не ошибаюсь? Что? Кошачий песок? Хз, возможно. Ну, саниной тут несет. Реально саниной несет. Ну, походу, как тут с кошечками жил, значит. Не буянь. Вова, не буянь. Мне интересно, что здесь, что здесь читали. Бескрылые птицы. Ну да, для психушки самое то. Это что? Это. Вдали от... обезумевшей толпы. Как раз вообще для псих. Голубое чудо. Так они здесь где? Вдали от обезумевшей толпы. Да, с голубым чудом повести. Писатели Латвии. О, Латвии, привет, покажи. Кто-нибудь квас хочет желтого света пить? Передавай привет Латвии. Да, привет Латвии. Вот такие в Эстонии книги можно обнаружить. Психиатрические больницы, правда. Ну, все же. 9-й год. Золотой жук. Ой-ой, нет, это уже там, ну, боюсь, квас нормально забродил. Женщина с зотиком. Я думаю, что кто-то нассал туда, если. Может быть. Но по системе Малышева уринотерапия идет. Чего? По системе Малышева. А, я думал, ты книгу нашел. Да, про Малышева. Что это? Сейф? А вы посмотрели, кстати, что у них там вилки одноразовые? Мы все равно такие чемоданы я не видел. Кто? Вилки одноразовые. О, здесь стоит эту печь, которая стоят, моются. Ну, в смысле, ну, явно многоразовое использование. 15 год, что ты хочешь? Ну, не такого. Я думал, хотя бы алюминий. О, Библия даже есть, Новый Завет. Да ладно. Да, вот этот. О, класс. Павел, жестокость. Ну, зачем психолог? О, журнальчики. Достала. О. А вот их не прикид. Кто-то в шубе ходил. Главное, ну, кстати, я бы подошел бы. Если я ношу кондиционер. Если бы ты жила в то время, то это не значит, да? Да, что я женщина или балерина. Подожди, что за журнал, мне интересно. Хроника, слышишь? Это классик советский. Что для женщины? Склеенные котята. Спасибо. Найны, о, женщины. Вот здесь явно кабинетик был. Да. Любителя кошек, кстати. А какой год? 2007, 2006. О, какие тортики были. Ну, дом очень классный, мне нравится атмосфера. Реально атмосферный дом. Еще понимаю, что здесь было в свое время. Я думал, туда картину ставила какая-то. Что-то такое. Может быть, даже я. Там же есть, чтобы удержать картину. Кто-то знает, что... Открой холодильничек. А, нет, это не холодильник. Не холодильник, просто шкафу. Ух ты. Тоже какие-то комнаты. О, маски. Или не маски? Нет, перчатки были. О, самая нужная вещь. О, смотри, педали. Бархатные подкрадули. Надевай. Подкрадули. Давай грибок хапнуть. Вон, слышь, чифербак даже стоит. Чифербак бы не шляк, когда голят. Кстати, такие же, как на тюрьме были. Ну, они везде, они советские. Ну, да, советские. Не, ну, кстати, я не удивлюсь, что последний раз у нас не советские были. Ух ты, какой-то паутинный. Паутины везде. Даже сама вот эта лестница, она прикольная. И само здание мне очень нравится. Эпичненько.
курить нельзя, современные дискотеки. Такое чисто самое необходимое. Кровать, диван, 14-15 год календарь. Ну да. Прикинь, они все еще дровами, все топили здесь. Интересный какой. Вот она, библиотека Ивана Грозного. Ух ты. Вот это да. Хорошо, что ты не в Таллине. Как хорошо, что ты не в Таллине. Растащили бы все. Вот это да. Что тут читали? В основном эстонская литература вижу. Эстонская, эстонская. Вот русская. Я говорю, в Таллине это было просто бы сразу. Ну почему? Одна библиотека, я знаю, очень долго хранилась. Потом, правда, стеллажи завалили. Ну... Какие-то вандалы, но... Начинается с того, что кто-то что-то ворует, кто-то что-то ломает, как бы. Ну, вот она долго стояла. Кто-то тут... Ну, в принципе, уже даже можно сказать... Кто-то Версачи ходил, модные были, псих. Ну, хотя... Просто Версачи лежит на заброшке, никому не нужно. О, что это за книга, мне интересная. Ого, ты читаешь? В Дайке есть и... Ничего себе! О, фен, короче, у меня когда-то был такой у мамки. Прикинь, это вот ему столько лет, Володя. Книги вообще прикольные. Я не удивлюсь, что здесь Майн Кампф где-то есть в оригинале. Я-то себе купил не оригинальный. Не удивлюсь, что где-то он лежит. Ну, ты на русском взял. Ну да, я взял на русском, но как бы это... Он же уже современно напечатанный. Я имею в виду старый его образец, знаешь. Ну, книг вообще много. Так что там из русской литературы? Надо где там? Пойдем там. О, пылесос! У нас даже пылесос такой дома был, блин, вот такой. Приколи. У нас дома был когда-то такой пылесос. Я вижу. Вот есть секрет. Тут надо смотреть, тут можно золото найти. Ну, я думаю, что тут уже... Да. Хорошие книги. Книги, да. Если видят, хуй там психология, дайте знать, мне нужен. Ха. Саня, зачем тебе он есть, дайки есть и секси рамот? У меня тоже он есть, если что. Мне Майнкампф. Мне Майнкампф нужен. О, Олимпийские игры. Вряд ли он в психушке есть, конечно. Слушай, все может быть. Да. Ну тоже верно. Это же. Вот, кстати, в Таллине психиатрические больницы, там чисто для врачей в основном книги. Все вот это. Медицина там. ВИЧ и все-все-все остальное, но именно для... Битые собаки. Это что, пен? Фамилия этих? Вечер, окна, люди. О! Че-че-че? Вечер, окна, люди. Все как сейчас. Прям как мы. Да. Да, здесь, чтобы смотреть книги, надо много времени, чтобы смотреть, что здесь есть. Не, ну пылесос вообще огонь. Я как в детство вернулся. О, Библию еще вижу одну. Угу. Если хочешь жить. Очень... Жизнь и судьба. Очень-очень. Так, мне интересно, почему вот эта дверь? Не знаю. Там психи живут. До сих пор, да. Те, которых не освободили. Ух ты. А что, уютненько пришли. Пришел ну, да. После работы. Мы там читали в другом месте, что они, оказывается, еще работали за нарушение. Мы потом ставим фото. Режим дня психиатрической больницы. А? Ну, видно, ты просто две шкомки взял. А сколько народу здесь могло содержаться? Ух. Я думаю, человек 30. Думаешь, для для 30 человек такая большая библиотека? Ну а что, вдруг он делал больше? Не надо выходить никуда. А, это второй улице. Этаж. Ты на улице, походу. Да, не надо. Палить. Больше мы не выходим. Я там уже в окне еще не засветилось. Ух ты, кто-то красиво написал. Только непонятно. Данил. А, точно. 1.08.86. Чей-то автограф из прошлого. Шикарнейший автограф, кстати. Ну смотри, ну если судить подать. Причем с очень прошлого.
Либо же это кто-то, ну, из последних обитателей. А, может, он родился в этот? Да. Господи, у меня что-то, блядь. Покупаем золото и серебро. А, ёбаный свет, блядь. Что? Я птичку нашла. Бывает. Бля, первый раз такого вижу. Бедная птичка. Да. Блин, ну одежду тут поставили. Так, ну реально такие, как будто жили-жили и съебались. А, вот тут вещи, походу, у людей да. были. Мы даже все посмотрели, да? Все как положено. Показал. Тапки. Так, где кто? Где ребята? Эй! По психологии много книг в Италии спереди. А, книг тут зависит, понятно. Ты что? Кактус засохший. Судя по всему, давно не было людей. Я просто не понял, забросился. А. Все прямо это самое. Так напали на библиотеку. Он пишет, что вот в этом где-то здесь должен быть этот книга. А, да? Ну это, блядь, сейчас капета. Как назвал? А тут ничего.